По данным инспекции по делам несовершеннолетних, за январь этого года подростками совершено 2 преступления совместно с ранее судимым взрослым. Группа лиц, оба в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время Следственный комитет расследует 3 уголовных дела в отношении несовершеннолетних за причинение телесных повреждений и распространение порнографии. За январь месяц было составлено 76 административных протоколов, из которых по статье 17.3 – это распитие спиртных напитков либо появление в общественном месте в пьяном состоянии. Алкогольное опьянение 19. За мелкое хулиганство по статье 17.1 было 2 подростка, привлеченных к административной ответственности. Нередко в противоправном поведении детей виновны взрослые. По статье 9.4 невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено 16 родителей к административной ответственности. Из них за употребление подростками же алкогольных напитков 6. Нередко в противоправном поведении детей виноваты и родители. За позднее пребывание несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых в январе к административной ответственности привлечено 19 родителей. За вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение путем покупки либо совместного распития спиртных напитков составлено 17 административных протоколов. Хочу отметить, что уже за 2 недели февраля также выявлено достаточное количество административных правонарушений, причем абсолютно большинство. Большинство из них – это именно по фактам распития спиртных напитков несовершеннолетними, либо появления в них их в состоянии алкогольного опьянения. В том числе уже выявлено 3 факта за данные выходные, выявлено 3 факта продажи спиртных напитков несовершеннолетним, в том числе 3 факта будет повторная реализация алкоголя несовершеннолетним. Сегодня на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 137 подростков. Из них 10 за употребление психотропов, 90 алкогольных напитков. Из общего количества подростков большинство учащиеся колледжей и школьники, треть из них – девушки.